Известие о том, что Лолита Милявская рассталась с мужем, было похоже на гром среди ясного неба. А когда выяснилось, что у него была любовница, разразился скандал. Некрасивая история обрастает подробностями. Якобы Дмитрий Иванов год тратил деньги Лолиты на зазнобу. С пятым мужем, тренером по сквашу Дмитрием Ивановым, Лолита Милявская прожила почти 10 лет. И вдруг летом эксцентричная певица объявила о расставании с супругом. По признанию артистки, она надеялась на примирение, но теперь все изменилось. До звезды дошли слухи, что Иванов переехал к 40-летней бизнесвумен из Белоруссии. По некоторым данным, Ольга Кулиева живет в Москве, руководит клиникой, специализирующейся на инъекционной косметологии, воспитывает 14-летнюю дочь. Увидев фото мужа, пара еще не оформила развод. С новой зазнобой Лолита с иронией отметила, что Дмитрий щеголяет в вещах, которые ему купила она. Тем самым Милявская подтвердила, что все эти годы Иванов был у нее на содержании. В близком окружении певицы рассказали, что Дмитрий дает уроки по сквашу, но клиентов у него немного. При этом рядом со знаменитой женой он привык к красивой жизни, брендовым вещам, дорогим автомобилям и курортам, хорошему сервису. Лолита не знала, что муж ей изменял на протяжении года, отлучаясь из дома под предлогом выездных турниров. И все это время Иванов якобы тратил деньги Милявской на дорогие подарки для эффектной любовницы. Я верила в его искренность. Пусть будет счастлив, он не первый и не последний. Мне не жаль, что так вышло. Я перекрестилась. И без мужчины не останусь. Впрочем, я и сейчас не одиночка, заявила Лолита Милявская на своей странице в Инстаграме.